Так, Пак находит антимага. Пытается. Один он его не убьет, конечно же. Вот даже бессмысленно за ним гоняться, он машет сайленсом. Ой, сейчас. Сайленсом чуть-чуть не попал, находит. Но тут же сейчас очень опасная ситуация. Фанника надо оставить, его не спасти. Если только Дримкоил какой-то царский получится у Дэнди, и надо, может быть, попытаться. Что творит Дэнди, нужно уходить, есть арба, нужно с арпой что-то пытаться сделать. Пак уходит, здесь же. Ой-ой-ой, как детей-то просто Нави разводят. Посмотри, сзади уже подошли игроки команды Нави, а Ротике сейчас получит в спину. Патрон, да, погибает, Тайтхантер погибает, минус разор. Минус Фенрир, минус Эвай, минус 4 от Нави, что сотворил сейчас Дэнди, Дримкоил по пятерым как-то смогли замансить в лесу, и только антимаг выживает в этой ситуации.